Всем приветик. Сейчас я буду рисовать Деборо и Анне-Дайер. У нее, не знаю, еще имя Скин. Певица Skunk Anansie группы. Угу. В общем, вот это она на фото, вы видите. Так, да. Ром, ты тут, да? Надо примерно какие-то волосы подрать, либо она будет у меня лысая. Что вот это? Вот такая прическа у нее есть, похожая. Чем-то это похоже прическа, нет? Не очень. Вот на другой фотке вот это очень похоже. То есть она не везде лысая. О, вот это вот у нее такая. Вот даже сейчас. Ну блин, почти. А, эта фотка, я не знаю, насколько она свежая. Это с... Я не знаю. Что нашла, то нашла. Я могу ее сделать, конечно, лысой. Ну вот такой можно. Слушай, ты можешь идти на Twitch посмотреть, если у тебя тормозит? Я же поменяла разрешение и все такое. Так, короче, где-то прическа лысая, вот. Ее скулы большие. Угу. Они такие высокие. Блять, пусть еще не поднимает. Ну ну. Почти.
носик другой, конечно, возьму. Ой, мамочки, не то. Или нет? Чуть попухлее. Будет чересчур большой, по-моему. Так. Глаза немного надо опустить. Все. Скулы у него такие хорошие. Нет. Нет. О. Да, похоже. Так, носик коротенький. Выглядит сюда. Не, у нас на другой взять. Не, не такое. Какой нос? Нет, не такой. Не такой. Такой. О, вот такой. Похож. Да, похож. Серьезно. Хотя что? У него такое больше. А это чё? Нет. Так. Я нос еще короче надо сделать. Что за канон ты в ВК кинул? Что за группа? Алька... Сейчас напишу. Так, что-то ты в ВК кинул, сейчас взгляну. Ага. Не, ну я вот раз, два, три, четыре, пять фоток открыла и срисовываю. Ага.
Блин, оно что-то, я не знаю, не то что-то. Попробую я так. Во! О! Почти. Оно так есть. Да блин, я только нос и скулы сделаю, я же буду это все переделывать, ну, доделывать. Еще губы я, губы модель какая была осталась. Нос чуть побольше. Чуть-чуть побольше. Хорошо. Я не бесюсь. У него нос очень ровный. О. Примерно такой. Да, сложно, у нее нос очень специфический. Такого здесь носа и нет. О. Ну. Ага.
Ну так как-то более-менее. Она может другой нос попробовать. Блин, это вообще другой нос. Этот, например. О! Так это же вылет и ее только. А ну я попробую. Немножко надо изменить. Привет, Сеткат. Да череп будет просто... Блин, все я сделаю, я с носом мучаюсь. Я на нос смотрю только сейчас. Я понимаю, конечно, все, но... Мне нужен с носом разобраться. Как дела, Сетка? Так чё ты, заходил на Twitch? Он не глючит больше, Роман? Да, блядь, что за ноздри? Дикие ноздри. А, ясно. О, да блин. Нет здесь таких носов удивительных. Thank you.
Само видео не глючит. Ну, это хорошо. Спасибо за input. Очень интересно по улицам ходить. Многое узнаешь и поймешь. В темные подъезды стоит заходить. О, какие лица там найдешь. В темные подъезды стоит заходить. А, ну это фотография. О, какие вещи там найдешь. Ну тут нужна более-менее такое. Сойдет. Так, ладно. Похожих на зверей. Тонкие брови, да? На углу гастронома. Ну, губы сначала сделаю. Внезапно привлекла. С гитарами в руках. От дома к дому. У нее, наверное, не такие большие. Либо такие... Нет. Короче, я сейчас говорю. Нет. А вот это что? Не, у меня больше вот так. По-моему, не? Блин, выше не поднимается. А ну. У меня лоб длинный все равно. Много видел я удачных превращений, как люди на глазах становятся смелей. А кое-кто так, нет, он не округлее. А многие добрее. Попробуем это. Привет, Александр. Это Дебра Эндайер, это певица группы. Как группа? Ёшкин кот. Из британской группы Skunk Anansie. Ей нужно будет макияж хороший. Что у нее губы светлые. Видел меня Монроша. Что ж привет не сказал? Так, что-то не то с губами, а ну я попробую вот эти, где они были. Это чё вообще? Я всё-таки с этими поработаю.
Да, вот эти больше похожи все-таки. Так. Если в любой непонятной ситуации, вини Роскомнадзор. Или подожди, да, ты что-то с Ютубом, похоже, до сих пор не можешь зайти. А музыку сейчас нельзя заказывать. Да, я знаю, что лицо немножко вытянуть, я... Но не так. Ты нет. Ты не смотришь на фотки, которые я вижу. У него брови вообще тонкие-притонкие. Не, не такие. Примерно такие.
какие. Ну стоп, может слышишь это? Нет, пять. Кстати, с ней работать легче, чем с тем же Брэдом Питтом. Он вообще не... У него вообще непонятно, что происходит на лице. Ну, Алекс, я знаю, да, что у вас там дичь с этим происходит. Не надо ее никак намазывать. Необычная баба, да. Рокерша. Рокеры, они необычные, конечно, вообще. Знаешь, да. Петя, не пострела Stardew Valley. Stardew Valley. Это чё? Походу, я то, что ты высылал, я посмотрела, но... Чё ты... Я не помню, о чём ты рассказывал. Поясни. А, игрушка про ферму не посмотрела. Что-то у меня выпрыгнуло. Ладно.
Плэт. На лысо, говоришь, совсем ее побрить. О. Так, лобешник нужно поменять немножко. О! О, прям её! Она сейчас ещё просто что-то есть. Вот это прям её лоб! Только теперь она... Нужно брови опять менять. Ё-моё. Да нифига, я сейчас рисовываю, смотрю на фотографии, где у нее косметики практически ноль. Я тебе вышлю потом. Я записала, что Алекс, я забыла. Блин, ну здесь не вот щетина, здесь только есть. Где? Вот это. И все. Либо совсем лысая, либо такая, все. Yeah.
Да-да, Алекс, я тоже так думаю. Как? Что? Так. Я всех рисую. Рисала. Блядь. Так лучше. Ну схера ли подбородок? А. Я уже психую на подбородок. Во. Лучше же, чем так. Привет, Юр. Как дела? Добро пожаловать на стрим. О, уже лучше. Блин, у нее нос очень странный. Я не знаю, что с ним делать. Я не могу такой нос нарисовать. Не, стоп, так лучше. Сейчас опять с носом буду мучиться. Ага. Заметила ошибку. Блин, куда? А! Так лучше. Чё он необычный? У неё он очень сложный. Блять. Все портится. Юра, благодарю за подписочку. Спасибо. Добро пожаловать в семью Фейт. Ну, не в семью. В наш клуб, короче. О, так у нас лучше. Смотри, Юра, ты прям помог нос сделать. Только вот надо поднять ноздри чуть-чуть. А, вот что еще надо сделать. Все, короче, я не знаю, что с этим носом делать. У нее он очень
сложной для меня. Подводка. Так, мне надо сначала подводку. Нет, надо что-то такого, наверное. Не. Нет, у него тонкая. Ё-моё. Что за дичь? О. Так, лучше. Теперь... Где-то вот... О! Похоже. Нет. Так лучше. А чё? Нет. Нет. Вообще на неё не похоже, блин, мне не получается. Ну, как сказать, в принципе, как, так себе похоже. Макияж, губы надо накрасить. Что это за макияж? Я. Вот у меня такой вот цвет. Да, блядь. Так, наверное, не подходит. Примерно, я не знаю. Вот тут чё? Нет. О! Думаешь, все-таки похоже? Ой, что дело? Ну это не моя вина, здесь нету таких носов. Прям или нельзя нос делать так, как ты хочешь. Здесь не, ну, естественно, это не полное моделирование здесь можно устроить. Губы больше. Ну да. Чуть-чуть.
О, теперь она похожей стала. Еще они не просто больше не... Ой. Так вот, куда ты что-то делаешь? Ну так, чуть шире. Так. Что? Что-то не то. С подбородком надо что-то сделать, почему получше. У нее красивый подбородок, а я сделал какой-то ужас. Да по всем фоткам смотреть, а не по одной. На одной там она в таком ракурсе, на другом в другом ракурсе. Вот где ты выслал, там она в другом ракурсе, поэтому кажется больше. Я сделала как есть.
Чуть-чуть только, если. Ну да. Так. Во. Все, блядь, похоже стало. Все, она похожа на себя. Только, блин, вот тут что-то не то. Во. Классное получилось. Да я вижу, вижу. Надо немножко подбородок шире. И все. И чуть выше. Шире. Да блин. Сделай. О. Не знаю, мне кажется, что Дэв у меня получился лучше всех все-таки похожим. Больше всех похож на себя. Так лучше? То что ты выстал делать так? Я могу так сделать? Ой.
Знаю. Ух ты. Нет. Так, блин. Она рокерша, я их нормально так. Уже вообще губы черного цвета сделала. По-моему... Hi, Queen Ember. What? What's going on? I'm speaking Russian. Как ее одеть, я не знаю. Так, где-то... Мне кажется, нужно ее и платье одеть красивое. I think I should get her a pretty dress or something. Вот такой нормальный жакет, да? А ну. Черные штаны вот такие вот. She usually goes bald. She's known for being always bald. Her nickname is Skin. Actually, she gave herself a nickname like that. You could Google Deborah Anne-Dyer or her band's name Skunk, Anansie. She's a rock star. Мне нужно посмотреть. Что это за чепчик? О, кстати, круто, он такой чепчик есть. Я не знала, что он такой есть. Так. Тело у него такое, наверное, похудее немножко. Я просто без понятия, какое у него тело. Она очень тощая. Блин.
Где-то такая, да? Такая, Ром? Окей. Нужны какие-нибудь сапоги крутые. Нет. Нет. Тоже нет. Мне кажется, такие вот прикольно. Разве что если только не каблуки какие-нибудь. Не каблуки. О. Нет. О, вот такие. What is this ugly song? It's not that ugly. Yeah, you live in America. Rock. Does it sound like rap a little? Doesn't to me. Ну, такой вампирский стиль. Немного. Mm-hmm.
Oh, I'm just gonna make her and that's it. I'm not gonna play. Probably gonna make somebody else tomorrow. Да, готика. Не. Блин. Нет, что это? No. Такие тапки она не оденет. Bring freeze! Thanks for the hope! How was the stream? О, вот это прикольно. Ну как вампирку я вот ее одела уже тут. Но это подойдет. Так. Юбку хочу. А, может быть здесь платье какое-то красивое есть. Точно. Нет, это too much. А это что? Too much. Too much. Черные кожаные жилетки любят.
думаешь, да? Серьезно? Вот это платье? Или вот это? Скорее всего, вот это, чем вот это. Вот это ей подходит, да? Ты про это говоришь? Значит, здесь нужно губы сделать прям черные, готические. Такие. Да, кстати, вот подходит, действительно, видно, что... А какого, какие цвета еще это платье есть? О, такое. Не, вот это круче, по-моему. А это что? Не, по-моему, вот это самый лучший вариант. Так. А, серьезно? Ну хорошо. Но здесь уже макияж должен быть, это дико крутое. Дико много его. Так. Здесь даже можно такие вот щеки. Блин. Только, блядь. А, и цвет кожи же надо еще поменять, ё-моё. Ладно. Здесь нету хорошего цвета кожи. Цвета щек. Мне надо цвет кожи менять. У него, по-моему, больше такой похож. Нет. Вот такой? Или вот такой у нее? У нее скорее вот такой. Нет? Нет, у нее поярче. Такой. Такой некрасивый. Да, у нее, короче, на разных... На фотках необработанных у нее вот такой цвет кожи, где-то такой розовенький. На щёчки сделать розовенькие. Точно. Ну, тут просто попробую как... Или, не знаю... О, супер. Мне. Так, вот это лучше, мне кажется. Всё так. Так это пати. Пусть будет платьюшка на пати. Сапоги. Так.
небольшую подводку сделать. Окей. Усё. Блять, что я делаю? Вот. Всё, я уже всё на сегодня. По-моему, я смогла. По-моему, получилось всё. Сохранять. Надо. Ой, блядь, надо сеть. А что она любит? Давай, Рома, ты больше про неё знаешь, что она любит. Где я убрала их? Что она любит? Популярность, любовь хочет найти. Нашла. Может быть, она природу любит. Давай. Ты ее больше знаешь? О ней. Для тебя же и рисую. Хз, что любит? Что любит? Ну хорошо, пусть она... О, блядь, музыкант. Гений музыкальный. Все. Она self-assured, это точно. Так, Music Lover, может быть, можно оставить. Пусть она будет neat. И good. Или она не good? Не, пусть будет она Music Lover. Да забей, я уже придумала. Но если она любит каких-то животных, то можно, почему бы нет, и трейд такой поставить. Ага! Она кошкой считает. Это круто. Cat lover. Кстати, Music Lover можно убрать, чтобы она не мучилась. И поставить cleanliness. Neat. Вот. Ну, все, ребят, я все на сегодня. Я сейчас вот сохраню. И все со стримом. Благодарю всех за просмотр. Нет. Вот такая пусть будет. Благодарю всех за просмотр. Всем всего хорошего. К тому же певица не скрывает того, что она лесбиянка, и вся команда имела активную гражданскую позицию, хотя внутри ребята обычно просили не вешать на них ярлык политической группы. Понятно. Всем всего хорошего, удачки и до завтра. Ориентацию здесь нельзя делать.
походку ее можно сделать. Ну, она где-то так, наверное, и ходит. Нет. Либо так? Нет, не так. Вот так. Нельзя ориентацию сделать. Все. Всем пока-пока. Всех чмоки-чмоки. Удачки.